В общем, рассказывайте, вы его заряжали, да? Да, я его заряжала. И он? Не работает. Не работает. Переключатель у нас на электро стоит. Да, это самое. А ключ? Ключ здесь у меня. Так. Угу. 10 часов он заряжался и потом... Заряжался. Что пишет? Ничего не пишет. Зеленым вообще, загорел, да? Вообще, это самое. Ну, загорелось красным. Вначале вообще не загоралось. Потом загорался зеленым адаптер. И все равно не работает. Так, сейчас, да, ничего не работает. Вообще ничего. Сейчас будем проверять тогда. Смотрите. Вы видите, у вас контактная база, она просто валяется вот. Может быть, даже ну, сломана, она вообще не попадает. Крепление. Можно, я так не вижу, можно я фонарь? Хорошо. Я вот просто сейчас заметил, может быть, она просто не встает на место. Не падали ничего, не ударялись. В смысле, с этим? Да. Нет. Нет? Ни по ступенькам нигде не прыгали? Нет. Так, а ярче? А, это маленький фонарик. Ой. Ну вот, смотрите. Она у вас просто тут болтается. Она не прикручена. Или даже сломано вот крепление с одной стороны. Видите? То есть оно должно вот так вот быть прикручено. А оно у вас даже не прикручено. И болтов я здесь не вижу. Вот куски крепления вижу. Просто у вас крепление стоит неправильно, и контактная база не попадает. А что мне делать? Его, не знаю. Надо будет как-то его закрепить. Посмотреть сейчас. Попробуем выставить, чтобы попасть и проверить. Перекатывали. Не перекатывали, а перетаскивали, да? Ну, там, вот задняя часть, там, где ручек. А, нет, тут болты есть. Тут их просто вырвало. Тут болты под шестигранник. У вас с ним шли какие-то ключи? Нет, только вот один ключ. Да, вот в принципе, я вот рукой уже свободно раскручиваю. Тут полностью контактную базу надо менять. Это ну здесь на месте я не сделаю, а там у меня нет такого разъема. Его, наверное, надо будет заказать сначала. Просто выломан разъем пока. Дальше может еще что-то вылезет. Сейчас посмотрим, проверим. Я выключу, чтобы можно было поставить в гнездо хотя бы попасть. Если все заработает, то тогда... А, тут еще вот площадка вся рассыпалась. Так. Пластик. Так, ну попробуем сейчас поставить. Попали в разъем и все заработало чудесным образом. Ну да, это я поняла. Вот, это потому, что он попал в разъем. Но разъем у вас здесь поломан. И тут вариант на месте починить его нет. Скажем так. Что-то колхозить тоже не хочется. Потому что вы же все равно будете пользоваться, но будете снимать на зарядку. Не постоянно на этом будете ставить, а допустим где-то внизу оставили его, а аккумулятор забрали с собой. Ну, да. Поэтому, скорее всего, нужно будет в мастерскую его как-то. Вот. И дальше уже менеджеру сообщу, что она будет решать. Вот. От вас что требуется? Пока не вытаскивать блок, пока он работает. Вот. Пусть работает здесь. А менеджеру я сообщу, и он уже решит, что и к чему. А то есть вы сами не запираете? Нет, я на автобусе приехал, понимаете, я не смогу его забрать сейчас.
Вот. Я просто не знаю, они говорили, что на машине это самое. Ну, я сейчас сообщу менеджеру, при вас позвоню, и уже будем решать что-то.